Но соль – чистий ніс, здоровий ніс. Ну і незважаючи на те, що за вікном якось особливо не було сонця і трішки було прохолодно, весняний сезон він просто впритул вже підкрався, і вже хочеться і сукні вдягнути, і теплі речі зняти, і час обговорити, що ж носити цієї весни. Бо насправді монохромні образи, вони просто підкорили подіуми, онлайн-подіуми цього всього світу. Але як його носити, цей одяг, з чим комбінувати правильно ці відтінки, про це все знає наш експерт. Так, і в принципі, що таке монохром? Доброго ранку, Андре, заходь. Сьогодні будемо розповідати. Доброе утро. Привіт. Отже, перше, є історія про те, що монохром це було чорно-біле. Це не один колір. Ти заплутався, да? Я не розумію тоді. Ну, ти знаєш, на самом деле, раніше дійсно многие считали, що монохром это чорно-біле. Сейчас монохром это когда ты одет в одной цветовой гамме. И вообще, в принципе, монохром стал популярен после инаугурации, знаменитой инаугурации Джо Байдена, потому что после того, как Хиллари Клинтон, после того, как Камила Харрис и Мишель Обама появились на инаугурации в одном цвете, Все сразу поняли, что действительно монохром – это наше все. Ну, во-первых, скажу честно, чем мне нравится монохром, потому что все сразу смотрится очень валютно и дорого, да, когда ты в одной цветовой гамме. И вообще я знаю, в принципе, как минимум три пункта, почему монохром, нужно одеваться в монохром. Ну, почекай, но на самом деле, вот визуально, здається, що це, коли ти в монохромі, в одному кольорі, це якось навіть нудно. Але чому це нудно стало таким популярним? Ну, по поводу нудно я расскажу чуть попозже, потому что сегодня я подготовил нереальных три образа для того, чтобы доказать, что монохром – это не нудно, а наоборот стильно. А касательно трех плюсов, первый, самый-самый-самый главный плюс – это, конечно же, нет цвета, нет проблемы. Потому что, ну зачем вам утром думать, сочетается ли горчичная блуза с зеленой юбкой и так далее. Вам лучше всего, конечно же, надеть все в одной цветовой гамме, подобрать в лучшем случае сумочку и все. И вы уже зеркало, как говорится. Поэтому первый пункт – это нет цвета, нет проблем. Это самый главный плюс. Второй плюс – это не помеха сложному крою. То есть, смотрите, если вы в одной цветовой гамме, тогда могут быть сложные подрезные линии, вырезы, разрезы. Можно сочетать мех, допустим, там с разными фактурами, допустим, кожа, фетр, я не знаю, там, кружево, болонья. Мало ли что, как говорится, вашей душеньке будет угодно. Самое главное, чтобы вы фантазировали, потому что, когда вы в одной цветовой гамме, это все очень-очень легко. Ну и еще самый-самый-самый главный плюс – это, конечно же, эконом-вариант. То есть вы, наверняка, в вашем гардеробе есть огромное количество вещей, да? Вы можете в новом сезоне купить какую-то одну вещь, допустим, бежевое пальто, и наверняка у вас есть уже бежевая блузочка, или бежевый свитер с бежевыми брюками. И вы смотритесь уже реально дорого за недорого. Все, как мы любим. Ну, тоді от з цим уже розібралися, але чи існує якась мода на колір в монохромі? Ну, ты знаешь, на самом деле, я считаю, что здесь должна прозвучать сейчас барабанная дробь, потому что сейчас я забью гол в пользу монохрома. Здесь вы можете просто выбрать самый любимый ваш цвет. Або, напевно, той, що пасує до обличчя. Совершенно верно. И наряжаться каждый день непосредственно под ваш любимый цвет. Это может быть розовый, это может быть синий, это может быть красный, это может быть коралловый, который идет всем без исключения. Какой угодно цвет. Самое главное, чтобы вам это шло. Той випадок, коли оця історія з пантоном, який кожного року задає тренди в кольорах, кажете, я просто буду одягатись в монохром. Ні, ти сьогодні в жовтому, а завтра в сірому монохромі. Ви знаєте, я взагалі вважаю, що зараз модно бути немодним. Правда, сейчас модно быть просто. Про тебя зараз так не скажешь. Стоит людина, модно быть не модным, скажем. Нет, подождите, я считаю, что у каждого должен быть свой стиль. И вообще у женщины после 30 лет обязательно должен быть уже свой стиль, и свой имидж, и свой почерк, свои маркеры. Потому что с 20 до 30 лет можно экспериментировать чем угодно. Носить вещи несуразные, которые тебе не подходят, и так далее, и так далее. Но после 30 лет каждая девушка должна иметь свой стиль и свой почерк. И, соответственно, брать из модных тенденций только то, что подходит конкретно ей. Потому что, ну, если в моде рюши они ей не идут или они ее уродуют, так зачем же все это? Ну, все, ты знаешь, от, що пасує жінці, так це, що цікавить жінок зараз, навіть більше, напевно, ніж монохром, це як правильно стоять на фото, бо попереду у нас 3 тижні посиленого карантину. Розкажи ще цю детальку. Ты знаешь, я расскажу, как позировать, но уже после того, как я вначале вам расскажу о том, как же одеваться дорого за недорого в монохроме. Я подготовил 3 нереальных образа, поэтому сейчас покажу это все на своих малышках. И не забудь секреты открыть. Обязательно. И
Итак, первое, о чем я хотел рассказать, это, конечно же, черный монохром. Вообще, бывают такие дни, когда не хочется ничего. И черный монохром — это палочка-выручалочка в вашем гардеробе. Когда вы надеваете черную футболку или черный гольф с черным пиджаком, черными брюками и черный жилет, вы, во-первых, худышкой года. Во-вторых, вы сразу смотритесь дороже, потому что вы сразу похожи на жительницу Нью-Йорка. Плюс ко всему, вся фэшн-индустрия обожает черный цвет. Почему? Потому что это круто. Я сам часто хожу в черном, и вам это же советую. Если вы хотите как минимум похудеть на 10 килограмм, если вы хотите минимум плюс 10 сантиметров своему росту, тогда носите монохром, допустим, в одной цветовой гамме. Смотрите, как мы это сочетаем с лаунжвер. То есть здесь у нас идет худи мятного модного цвета в сочетании с курткой тоже мятного цвета. Вы сразу сливаетесь, и максимум, что можно добавить, это, допустим, сумочку, которая будет играть отдельную скрипку в вашем ансамбле. Сразу цвет освежает, и вы смотритесь намного-намного дороже. Ваш образ смотрится намного дороже. То есть то, что мы больше всего любим, это образ дорого за недорого. Ну и третий образ. Наверняка, если вы не знаете, какой цвет вам идет, знайте, бежевый — это новый черный. Это просто крутизна однозначно с первой улыбки, с первого взгляда. Поэтому, если вы просочетаете бежевый оттенок, который всегда-всегда делает вас благородным, плюс ко всему просочетаете тренч или плащ, или, допустим, пальто бежевого цвета, это сразу смотрится изысканно, красиво и дорого. Мало того, я не знаю ни одной женщины, которая не шел бы бежевый. Опять-таки, если вы, единственное исключение, если вы блондинка, тогда нужно найти свой подтон бежевого цвета. Здесь есть маленькая фишечка. Нужно, чтобы был бежевый на 2 тона светлее вашей кожи или на 2 тона темнее. Ну и, Валя, по многочисленным просьбам сегодня расскажу вам, как же фотографироваться для хвостограмма. Запомните одно святое правило. Кстати, это правило чаще всего, к этому правилу прибегает Виктория Бекхэм. Она, кстати, королева всех монотонов, монохромов, и чаще всего делает так. Отойди, я сейчас буду показывать. Чтобы всегда казаться худой, вы ставите ногу за ногу, никогда не сгинаете колено, всегда оно должно быть ровное, то есть вот так. Немножечко откидываетесь назад и ставите вот так руку. Тогда вы сразу кажетесь плюс 15 сантиметров. Так, покажи сдалека, чтобы было видно. Сдалека. Главное правило – нога за ногу, вот так, и никогда не сгинаете колено. И немножечко откидываетесь назад. Все, вы сразу худышка года. Фотографии на миллион долларов США и, самое главное, миллион лайков. Я вам обеспечу, это точно. Валя, у меня все, я рассказал все хитрости, и единственное, хотел бы пожелать всем нашим женщинам, пожалуйста, перед карантином закройте свои проблемы дома, оставьте все своих детей, закройте мужа дома, сделайте себе прекрасную прическу, наденьтесь как последний раз, как говорится, и пройдитесь по центральной улице своего города, если, конечно, ваш город еще не на карантине, и будет вам счастье, я вам обещаю.